Вот в чем вопрос. Его по жизни задаем мы не однажды. Но вот в какую сторону пойти? Направо или налево? Кем стать в этой жизни? Физиком или актером? Если физиком, то тогда, наверное, можно лишиться замечательного актера. Если актером, то тогда, наверное, в мире на одно изобретение стало бы меньше. А если все-таки актером или физиком? А давайте с вами подумаем, если физикам, то услышали бы мы когда-нибудь этот замечательный волшебный голос? Мелодия становится цветком, он распускается и осыпается. Он делается ветром и песком, летящим на огонь. Весенним мотыльком Ветвями ивы В воду опускается Проходит тысяча мгновенных лет И перевоплощается мелодия В тяжелый взгляд В сиянье и палет В ритузы, в ментик В ваше благородие В корнета гвардии А почему бы нет? Туман, тамань Пустыня Внемлет Богу. Как далеко до завтрашнего дня. И Лермонтов один выходит на дорогу с серебряными шпорами звеня. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Тихановская. Сегодня, вечеру Камина, со мной проведет официальный голос радиостанции Звезда, актер театра и кино Максим Пинскер. Здравствуйте. 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 Максим, ну я все время всех начинаю <с, с того, что угощаю чаем. С удовольствием. Кстати, дорогие наши любимые телезрители, присоединяйтесь к нам и вы. Садитесь поудобнее, налейте себе чаю. Мы работаем в прямом эфире, поэтому вы совершенно свободно можете присоединиться. Давайте я попробую. Давайте, помогите мне, пожалуйста, к нашему разговору. <звы> нет, не получается. Не открывается. <звы> Но ну, мы будем обязательно. Я думаю, что он откроется. <звы> да, да, да. Главное, чтобы у наших телезрителей был чай. Да, теплый чай. <звы> Время от времени я буду делать это и пробовать. Хорошо. Максим, ну вот для мальчика, который родился в Москве. Да. Вот такое имя, Максим. Отчество Гарри. Да. Еще и фамилии. Так вообще да, традиционно. Да, да, да. Как вы это унаследовали? Как вообще? И откуда ну, это? Э, отчество у меня, значит, соответственно, в папу. Ну, да, значит, папу звали Гарри. Причем иногда Игорей называют гариками. Ага. Вот иногда, ну, в быту Игорей называют гариками. А моего папу звали прямо Гарри. То есть он был по паспорту Гарри. Ну, Потому что, когда он родился, это был 29-й год. И в то время было модно называть иностранными именами. Было очень много иностранных имен, там разных. И мои бабушка и дедушка, значит, они назвали моего папу, у них были какие-то друзья, американские коммунисты, Гарри и Мэри пара была, его звали Гарри и ее Мэри, и они то ли они в Советском Союзе прятались там от кого-то, то ли что-то, ну в общем они были друзья моих вот, значит, бабушки и дедушки. У -у -у. И в честь вот этого Гарри моего папу назвали Гарри, он с он был Гарри. Не с именем понятно, а фамилия да. тоже вот как не совсем традиционно для русских. Нет, ну это не русская фамилия, да. это еврейская фамилия. Она в переводе обозначает человек из города Пинска. Ага. То есть, вот есть в Беларуси город Минск, а есть город Пинск. Вот Пинскер, Пинскер. это человек из города Пинска. Вот. А что касается отчества, то э, значит, я, я думал, что больше ни у кого нет такого отчества, что я один с таким отчеством. Ну, фамилия там понятна, а вот как бы отчество, что очень уж редкое совсем. Вот. Но оказалось, что нет, оказалось, что э, вот известный э, телевизионный ведущий, там, режиссер, все вы его знаете, Горд, Александр Гордон, он тоже Горевич. И, и, значит, мы с ним как-то мы вместе снимались в, в сериале после школы. Был такой сериал на Первом канале, после школы назывался. И мы там с ним снимались. И мы очень веселились по этому поводу: что, значит, и у него Гаревич, и у меня Гаревич. И как мы мучаемся каждый раз, когда надо по телефону продиктовать отчество. То есть, вот угу. это оказалось общая проблема. Ваши родители пророчили вам ученые будущего. Да, 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 да. да. Почему же все-таки чаша весов перетянула на актерство? Ну, э, дело в том, что э, э, я увлекался вообще на самом деле всегда, и э, мне нравилось на самом деле заниматься там и физикой, и математикой, я ходил во всякие кружки. И э, а параллельно всегда увлекался театром. Но семья была ученых, то есть у меня родители были ученые mm -hmm. и занимались там физикой, химией, математикой, там и такими вещами были. Там мама была кандидат наук, папа был доктор наук. То есть они были ну такие серьезные ученые из академической среды. И э, друзья все были из этой среды. И то есть как бы я был там очень плотно вот в этом во всем, вокруг меня все это было. И э, поэтому вообще любое творчество, оно э, и можно было заниматься, но в режиме хобби. То есть как-то это было не принято дома, не, не принято было в семье. То есть считалось, что вот надо делать нормальную как карьеру, так сказать, вот в, этой, в, этой, в этом направлении. Вот. И поэтому как-то это было, вот, ну, как, знаете, как по, как по колее идешь, вы так воодушевленно про это рассказываете, не жалеете? Что не стали физиком? Нет, нет, нет. Об этом я совершенно не жалею. Об этом я не жалею. Это был у меня такой хороший этап в жизни. Там такой серьезный довольно кусок. В молодости я отдал этому много лет. Там я неплохо учился и в институте неплохо учился. Но вот эта вот любовь там, к театру, к кино, ну тогда больше к театру. Угу. Там кино-то было как-то совсем далеко для меня. А театром я всегда занимался и в школе, и в армии, и потом в институте, и там и. Ну, в общем, это всегда у меня было. И я поэтому, когда наступил момент, что надо было этот выбор уже наконец сделать, то я его сделал очень легко и с удовольствием. Это вы. А вот у родителей была совершенно да, другая ради... позиция. Да, да, да. Вы да, даже в одном из интервью сказали, да. что они очень разгневались. Вот в да. чем это было? В чем это выражалось? Нет, ну Вас это... поставили в угол, что-то. Ну, было? нет, конечно, в угол меня не поставили, но они просто они очень переживали, потому что они видели. Я их понимаю отлично. То есть, вот mm -hmm. если бы, например, когда вот, ты там вкладываешь в ребенка силы, время, там, не знаю, деньги все, что ты можешь, все свои ресурсы, он у тебя идет по какому-то направлению. И вот уже почти, вот он уже сейчас уже выйдет во взрослую жизнь. И вдруг ты вот это все знаешь, он, он вдруг берет, меняет, уходит в какую-то совершенно другую сферу, то для родителей, ну вот для меня, как для отца там троих детей, то есть это было бы, ну, как бы, в общем, ну, серьезно. То есть... Я бы тоже переживал. И родители у меня были довольно эмоциональные люди, они очень переживали из-за этого. Это было в этом смысле, это было с моей стороны довольно жестко. То есть, ну как-то, ну я просто по характеру такой, то есть я по-другому не мог. Я... Вот есть люди, которые умеют... Ну, знаете, как-то смикшировать, мягенько, подойти, аккуратненько, подготовить. Вот как-то вот. А вы категорически. А я так не умею, да. Я вот у меня так не получается. Я прям вот раз, и все. То есть и, ну, как-то вот, вот так вот. А может, это была судьба? Вы вообще верите в судьбу? Я верю в судьбу. Верю в судьбу. Это было. Конечно, это была судьба. Это, это была судьба однозначно. Ну вот мне сейчас дают, по-моему, сигнал о том, что у нас есть звоночек. Давайте. Да, и давайте с вами послушаем. Давайте. Добрый вечер. Здравствуйте. 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 Мы у слушаем меня вас. вопрос к вашему гостю. Максим, вот вы сказали, как переводится ваша фамилия. Да. А сами вы когда-нибудь а, были в Пинске? Почему спрашиваю? Потому что именно из Пинска, из этого прекрасного города, к нам приезжает видная мотобольная команда, о. очень известная. И, вот видно, соответственно, есть мотовольные команды. Видели вы такой вид спорта? Если нет, то приглашаем, когда начнется сезон. Милости просим. Да, да, спасибо большое. Вы знаете, я в городе Пинске не был. Именно вот в городе Пинске я не был. Я вообще служил в Белоруссии в армии. Ну, это же была советская армия. Ага. Белоруссия была часть Советского Союза. И поэтому, э, так сказать, ну, тогда не... Это сейчас российская армия, да, была советская армия. Значит, и я служил в Белоруссии, но все это было в районе Минска. То есть я служил там в Дзержинске, я служил в Осиповичах. Ну, куда-то мы еще там ездили, там Гомель, там еще куда-то. Но вот именно в городе Пинске я ни разу не был, не довелось. А вот. Я вот продолжаю вопрос. Дело да. в том, что у нас, видным есть знаменитая команда по мотоболу. Да, я услышал, да. да. А вы вообще были когда нибудь матчах? Нет, 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 я знаю, что есть такой вид спорта, но я с удовольствием приму участие. Ну все, значит тогда да. пригласительный билет. Хорошо, да. Специально для вас, да, для хорошо. нашей... Но болеть я буду за пинскую команду, понятное дело. Если будут в этот день они не играть с этой командой. Вернемся немножечко к судьбе. Может быть это тоже какая-то судьба? Ведь вы в своих фильмах да. вы в театре мы поговорим об этом да. чуть позже а вот в фильмах вы играете в основном роли полицейских да. Да, раньше тогда милиционеры да, 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 были да 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 военные погонки и да, да, да. майоры там все что ну, да, угодно да, да. в основном у вас роль человека при погонах да да ну и это что... знаете как сейчас значит не помню с кем это был такой разговор значит с одной актрисой там был какой-то разговор про про роли ага. вот и она э, говорит что так, а что сейчас играть-то на телевидении у нас говорит судя по телевидению вообще там у всех людей только три профессии милиционер бандит и проститутка больше нет то есть выбор Выбор ролей-то у нас очень небольшой на самом деле. Материал такой. Ну, когда ставят классику, там, допустим, или какую-то, ну, и просто ее немного. Но когда ставят, там, конечно, есть выбор, понятно. Сейчас вот побольше стало там исторических там каких-то произведений. А вот было одно время, когда Вообще практически только одни милицейские, там полицейские сериалы, бандитские всякие там и прочее. И там был, вот, вот действительно, там либо, значит, при погонах, либо бандит. Вот. А либо бандит вы... при погонах. Ваш самый, наверное, популярный сериал, сериал, с которого вы стали узнаваемым и тоже популярным, это «Час Волкова». Как вы туда попали вообще? Как это все произошло? <с judgment> да я совершенно нормально, то есть мне позвонил кастинг-директор, то есть никаких не было тут, так сказать, ничего такого. Я пришел на пробы, вот и попробовался. Там сначала Значит, снимали пилотную, ну как обычно, mm -hmm. снимали пилотную серию или две пилотные серии, я уже сейчас не помню. И мой персонаж был эпизодический, то есть он не должен был быть э, такой в числе вот. Главной да, главной. да. Он, он не должен был быть ни в числе главных, ни вообще ни сквозной. Вот когда из серии в серию, он mm -hmm. должен был просто там не надо было прийти, что-то там с кем-то поругаться. Там, я был как бы представитель вот, начальства. Там было вот, значит, два. Тогда Гена Венгеров играл значит, mm -hmm. одну главную роль, другую, значит, Денис Бургазлиев. Вот. И они играли двух значит, вот, сыщиков, которые там расследуют, ну, оперативников, которые расследуют все преступления. А я должен был быть там, такой как бы, представитель вот, в отделении УВД, в этом, где они работают. Я должен был быть там, или управление. Я должен был быть там, представитель, ну, как бы власти, то есть руководство их. Там, я там отвечал за связь с прессой, там, что, ну что-то такое. Mm -hmm. И эта роль была вот на одну серию. Там у меня было несколько эпизодиков, там несколько сцен, две-три сцены они с моей помощью там ловили преступника. То есть mm -hmm. им надо было, чтобы я дал какое-то интервью там, и, так далее, и так далее. Вот. И, э, э, а потом уже, значит, когда продюсеры все это дело посмотрели. И они совещались там, видимо, с авторами, с креативным продюсером. Там, там произошла какая-то перестановка, поменялись режиссеры, ну там были всякие перемены. Вот. И они стали из этого персонажа делать, э, решили его, значит, увеличить объем. Они стали добавлять меня периодически, там, в какие-то серии, то есть я в каких-то сериях появлялся. Но все равно меня было мало. В первом сезоне Часа Волкова там меня мало. А потом произошла замена, значит, главного персонажа, главного героя, то есть Гена Венгеров ушел mm -hmm. и пришел, стал играть эту, эту же роль, стал играл, играть Николай Чиндейкин. Вот, и вот когда, значит, появился Николай Дмитриевич, там, по, по, по сути, немножко поменялся расклад и значит креативный продюсер но ну, известный режиссер то вот саша грабарь он увидел что был будет здорово если меня еще включить получается такая симпатичная команда и меня и я стал уже в каждой серии появляться поэтому вот я там где то со второго сезона уже как бы но ну, это как то вот так оно происходило само собой то есть ни, никто для этого никаких специальных усилий не прикладывал а вот скажите характер героя ведь он очень да. интересный человек да. он такой вообще он вроде как и серьезный, да. вроде как и простотек, да. вроде как умный, но иногда бывает. Да, да. да. Он... Кто простраивал эту роль? Это ваша роль вот, по ну, характеру. Нет, ну, конечно, над ролью идет совместная работа. То есть, во-первых, креативный продюсер и продюсер, mm -hmm. там режиссер ставит задачи автору. Ну, там много было замечательных авторов. Вот моего персонажа придумал: есть такой замечательный сценарист Женя Унгард. И вот майора Лапина придумал Унгард. И он как бы вот зерно этого персонажа придумал, да, такого служаки. Он неплохой, он, 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 он не, не, он, не, плохой, он, не там, он не жулик, ничего. Но он трогательный в своей вот этой вот ретивости служебной, да, то есть он такой вот. Вот, он вообще такой солнечный персонаж. Я... Солнечный дуралей такой немножко. давайте в этом убедимся еще разочек. А, давайте, У нас давайте. есть небольшой фрагмент. Мы его посмотрим, а нашим телевизором да, мы да. напомним. Присоединяйтесь к нам в телефоны прямых эфиров. Время от времени появляется на экране, звоните, спрашивайте и смотрите фрагмент. меня он видите? Мешки под глазами. А, так это сейчас светленького тончика вот так положим. Угу. Вот так. А все сделаем темнее. Ну, как вам? М? Замечательно. А вот с носом можно что-нибудь сделать? С носом? Ну, как-то его уменьшить. А, так сейчас вот на переносицу светленького положим, а здесь затем не видите, сразу меньше. Хорошо. Все? Ну вот еще эти. Носогубные складки. А. -а, -а. Уберем. М ну и чтобы лицо было не так расплывчато. Товарищ майор, а в борьбе с преступностью я вам никак не могу помочь. В смысле? Вы смотрите «Вечер у камина» и у меня в гостях Максим Пинскер. Максим, а вы похожи своим героям вообще? Ну, я думаю, что всегда актер похож стоп, со своим стоп, персонажем, стоп. потому что вносишь же свое, то есть все равно берешь это из какой-то своей черты. Поэтому, ну, да, наверное. наверное. Я сейчас еще разочек попробую. Давайте, давайте, давайте. Потому что хочется. Давайте сейчас поговорим о театре. Давайте. Все-таки кино, оно как-то, вы знаете, оно всегда на виду, оно и по телевизору, угу. оно и на широких экранах. А театр это несколько... Спасибо большое. Э, ну, не так популярно, наверное, в этой жизни, уж извините меня за это слово, как кино, да? Ну, э, театр, может быть, он, э, конечно, оно другое искусство, оно не такое охватное, потому что когда ты там по телевизору где-то снялся в какой то сериале или в кино, и тебя вся страна сразу увидела. Особенно если там на каком-то центральном канале это mm -hmm. все показали, то все. А в театре, естественно, даже люди, которые много гастролируют, допустим, все равно их видит ну, какой-то ограниченный круг людей, которые mm -hmm. пришли да, и сидят в зале. Но тут есть такая штука, что театр для актера вообще это гораздо более важное искусство. И оно... Ну, как сказать, гораздо более честно. Ну, Честная. Сейчас. Ну да, потому что, во-первых, здесь и сейчас нет никаких дублей, монтажа, ничего такого. И человек вышел на сцену, вот актер вышел на сцену, он либо интересен зрителю, либо не интересен. За ним либо будут следить, либо не будут. В кино можно подложить музыку, можно перебиться, можно там что-то придумать, миллион приемов. Недаром же часто снимают вообще непрофессиональных mm -hmm. актеров. Потому что можно всегда средствами кино. В театре невозможно, потому что вот она сцена, вот человек и что ты там не делай, либо этот человек притягивает внимание, либо не притягивает. Поэтому театр конечно намного для ну мне кажется ну я не буду за всех говорить но для меня лично конечно театр намного важнее вот в этом смысле потому что это мгновенный вот этот энергообмен с публикой значит вы больше любите театр нежели кино ну это не вопрос люблю не люблю но просто это другое как бы качество существования понимаете а тогда что больше нравится где больше вы находиться нравится на сцене или на съемочной площадке вот ну, по ощущению, по комфорту. Наверное, наверное, на сцене. Адреналин, адреналин mm -hmm. на сцене, конечно, другой, совсем другой. Вот э, я вам скажу, что, э, значит, я играю в театре Антона Чехова у э, такой замечательный режиссер Леонид Трушкин. Mm -hmm. Театр Антона Чехова. Там э, Хазанов, Геннадий Викторович очень много работает э, главные роли там почти во всех спектаклях у него. И я там тоже занят в двух спектаклях. И э, вот там, например, значит, есть такой у меня момент, когда происходит очень крупное событие, э, я сижу на сцене, оно происходит именно у моего персонажа. Я на сцене в этот момент один. Там так получается, что все уходят. Это комедия, это ужин с дураком, довольно известный спектакль, многие его видели, mm -hmm. он много лет уже идет. И там есть такой момент, когда как бы вот там разговор по телефону, и вдруг выясняется, что моя жена мне изменяет. И я это узнаю, а я в гостях у чужих людей, у продюсера, там у крупного издателя, богатого человека, где нужно там соблюдать какие-то приличия, то есть, и, и я вдруг оказываюсь в ситуации, когда в результате вот телефонного разговора выясняется, что вот такая вот со мной произошла история, понимаете? Вот. И я в этот момент на сцене один. И у меня есть времени сколько угодно. Никто меня не лимитирует. У меня там нет ограничений. Я могу играть сколько хочу. Да? И я могу, и я чувствую в этот момент невероятное, колоссальное, вот почти физически я чувствую это напряжение между собой и залом. И чувствую, как я веду за собой внимание ну, 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 по делу, так сказать, угу. все, все правильно, но, но, так сказать, вот это вот напряжение, оно чувствуется, и это непередаваемое ощущение. Вот, вот этот момент, вот этой звенящей тишины, которая в этот момент наступает, оно совершенно непередаваемо, понимаете? И потом, вот я недавно, я занялся продюсированием еще, угу. и мы сделали спектакль, он называется «Ангелы с Баварией». Вот я про него как раз хотел сказать. Да, 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 да. Вы знаете, получился очень удачный спектакль. Он да. получился, главное его преимущество это драматический спектакль, комедия, романтическая комедия. И действие там происходит в Германии. Но это не Германия, не настоящая Германия, а это придуманная Германия. То есть, это Германия, как мы себе ее представляем. То есть у всех персонажей там. Немецкие имена, но русский менталитет. То есть, мы все, так сказать, как бы наши, но при этом Марта, Грета, там вот это вот, но при этом Пауль, Ганс там вот, вот такие. И это дико смешно, оказывается. Вот это сочетание внешней формы, типа вроде немцы, но при этом с нашим менталитетом, это оказывается, ну, это, в общем, место для юмора. Очень хорошее. Кто вот. с вами там? Да, значит, у нас там, ну, у нас там несколько составов, uh -huh. потому что, к сожалению, артисты все сильно заняты и не, не, не могут играть. У нас, значит, играет, в одном составе у нас играет Екатерина Волкова, вы ее, конечно, uh -huh. знаете, и с ней э, вместе эту же роль, там, одну из главных ролей, играет Анна Большова. Значит, э, их мужей, что ли, да, как бы мужа, то есть вторую главную роль, играет либо Егор Баринов, либо Алексей Тихонов. Алексей Тихонов вообще фигурист, чемпион мира, Европы, там многократный, чемпион России. Он с Аней Большовой в свое время танцевал на «Звезды, «Звезды на льду» Докум. у них была прекрасная пара. И вот они как бы снова вместе в этом спектакле играют мужа и жену. Леша очень талантливый актер. Очень. Он играл уже в театре и много в кино снимается. Вот. И вот они играют там мужа и жену. Еще там играет, значит, у нас Юля Такшина с Викторией Тарасовой. Вот, ну, я играю сам, и там Полина Бурунова, Сергей Дружко, вот такая вот, Эдгар Малень, вот такая у нас там команда, там у нас, ну, как бы шесть, шесть артистов и еще, ну, семь всего. А как же вы репетируете? Это же антрепризный театр? Да, ну, естественно, поскольку это антрепризный театр, то, э, вот тут, кстати, между прочим, я бы хотел сказать, что вообще к антрепризному театру, Какое-то я заметил, какое-то такое чуть пренебрежительное вроде, что это есть. вроде не театр. Хотя, как бы, когда... Я считаю, что есть хороший театр и есть, есть плохой театр. Есть хороший спектакль и есть плохой спектакль. А не то, что театр государственный, там, с какой-то маркой. Ну, у меня уважение к этой марке, но там тоже могут быть разные самые спектакли и бывают часто неудачные. В антрепризе мы полностью зависим от зрителя. Мы арендуем площадку, мы платим зарплаты, мы продаем сами билеты. Если мы будем играть плохо, зритель к нам просто не пойдет, мы разоримся. Поэтому в этом смысле это тоже гораздо честнее. Вот этот вот... Адр... У меня, знаете, у меня было впечатление очень яркое. Я вот потом с нашими, со всеми актерами делился. Когда, значит, я ходил там с одной дамой, которая распространяет наши билеты, и мы с ней вместе ходили, значит, там в одну больницу, где собрались врачи, и мы там проводили такую презентацию спектакля для для, для врачей. И я видел, что такое для вот людей возможность сходить в театр. Вы знаете, это такая ответственность для нас, для всех. Когда люд... мне кажется, многие этого не понимают. Это очень полезно сходить и посмотреть, как эти люди покупают билеты. Ну, не эти люди, а, а наши уважаемые зрители. Я так сказать, не... ну, оговорился. То есть, как люди покупают билеты. Для них это праздник, для них это радость, для них это счастье. Они хотят хорошо провести вечер там с близким человеком и э, от, степень ответственности нас, как актеров, она гораздо выше. И мне кажется, у нас получилось сделать спектакль, который отвечает вот, этим, вот этому вот. То есть он, он живой, в нем есть огонь. То есть он, он как сказать... Вот вы приходите, садитесь, рот открыли и будете сидеть до конца. И это моя задача не отпустить ваше внимание. Понимаете? Вот, вот он вот такой. И при том, что там повороты сюжета, юмор, комедия положений там вот это все довольно смешно. Значит, туда еще нам удалось заложить какие-то еще и нотки каких-то серьезных вещей, поговорить о, об истинной ложной морали, о о подлинности э, как бы жизни, вот и э, о псевдо-каких-то вещах. Но ну, чуть-чуть это все там очень деликатно. То есть, выйдя со спектакля, посмеявшись, вы, вам еще будет о чем подумать. То есть... У нас есть небольшой видеофрагмент. Да, как да, раз да. такой, ну, я бы сказала, такой презентационный ролик. Да, как да. раз вот о спектакле... Ангела с Баварии Бавари. он называется. Давайте да. посмотрим его, а потом продолжим наш разговор. Работаем в прямом эфире, присоединяйтесь к нашему разговору. У нас в студии у меня в гостях у Камина Максим Пинскер. Я бы хотел еще вслед ролику, ага. который мы сейчас посмотрели, я бы хотел сказать, что у нас ближайший спектакль будет 16 ноября в Москве на сцене «Мюзик холла вы можете, там, уважаемые телезрители, вы можете зайти, у нас есть сайт у спектакля. Он прямо так и называется Ангелы с Баварии русскими буквами Ангелы с Баварии .рф и вы там можете посмотреть всю информацию, там и, и билеты можно купить и позвонить, спросить и даты спектакля, и фотографии. Ну, в общем, там там все есть Ангелы с Баварии .рф. Но узнать информацию еще не значит посмотреть. Да. Это и да. поэтому кто первый сейчас дозвонится в нашу студию, тот получит пригласительный билет на этот спектакль, правильно? На два лица! На два лица. Так что бегите скорее к вашим телефонам, набирайте номер, который вы видите на нашем экране, и звоните, мы ответим на ваши вопросы. Так вот. Да. Спектакль, судя по всему, очень веселый. Премьера уже была? Да, мы сыграли летом три спектакля. Значит, мы выпустили спектакль 22 мая. Угу. Мы сыграли на сцене ДК имени Зуева. Это был просто такой прогон для папы-мам. То есть это было бесплатно, мы не продавали билеты никакие, просто мы вот собрали наших друзей. Вот ДК Зуева нас любезно пустил. Значит, и мы просто... Это важно, потому что это, знаете, как... Э, вот автомобиль, прежде чем его выпускают в продажу, то есть он проходит серийные испытания. Так и спектакль должен, ну, его надо попробовать, проверить. То есть реакция зрителя нам тоже надо послушать. Вот. И он очень успешно, как бы все получилось. И мы, мы были очень довольны, были очень хорошие отзывы. Они есть, и на сайте, кстати, они есть, и там на других сайтах. Вот, и... Потом мы сыграли три спектакля уже, ну, нормально, Значит, мы сыграли на на новой сцене Гитиса. Максим, я чуть вас прерву. Да. Мы запомним слово Гитис. Потому что есть звонок. Мы слушаем вас. Добрый вечер. Алло. 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 Да, здравствуйте. Представьтесь. Прошу победитель-то. Да, скажите, пожалуйста, можно узнать, вот насколько у вас есть возможность участвовать спектаклях нашим видном. У нас есть театр, кстати, очень хороший. Детям? Нет, я не, не Актеры у нас взрослые, у нас самодельные. Не, не вопрос был, по-моему, про детей. Вопрос? Я Насколько... Э, э, как вас зовут? Меня зовут Евгений да. Евгений, да. Евгений, а вы в курсе о том, что вы выиграли пригласительный билет на два лица от Максима Пинскера на ближайший спектакль? Вы это знаете? Да, я с удовольствием сходил бы, да. да. Поэтому свой телефончик вы не отключаете, вы продиктуете свой номер телефона. А вопрос: я сейчас еще раз повторю ваш вопрос. Да. Вопрос был, не хотели ли бы вы поучаствовать и принять участие в спектаклях нашего Видноского театра? Я правильно вас поняла? Ну, почему? Можно попробовать. но надо просто поговорить, какие спектакли, что играть. В принципе, почему нет? У нас тоже скоро э, в театре будет спектакль. Да. Так. Да. Я обещаю вам, что позвоню. Давайте и... с удовольствием. Уж простите меня, пожалуйста, но от вашего лица, уважаемые участники театра, уважаемые актеры, я приглашу Максима на ваш спектакль, потому что я сама да. очень часто хожу и очень люблю. Давайте, давайте. Я театр. с удовольствием схожу, да. и потом можно будет там. Ну и вот вернемся придумать. мы да. про ваш эксперимент, который вы провели на своих родственниках. Да, мы довольно успешно, ну там были не только родственники, там были и друзья, и друзья mm -hmm. друзей, то есть человек 300 мы собрали. То есть это широкий круг, это не только родственники. Потому что нам было важно, с одной стороны, чтобы публика была благожелательная, но в то же время разная. То есть, чтобы разные были люди, чтобы нам не говорили только хорошее. Mm -hmm. то чтобы... И нам там сделали много замечаний действительно по делу. Каких-то были, были технические накладки, были там замечания по, по сути, по разбору. Там были, были моменты, которые мы смогли исправить. И потом мы играли уже на сцене, вот на новой сцене Гитиса. Mm -hmm. У Гитиса есть потрясающая площадка, она в новых черемушках, она просто, не, там небольшой зал, она технически очень хорошая, прекрасно оснащенная, но она просто небольшой зал. И вот мы три летних спектакля сыграли э, там. Тоже довольно успешные, тоже хорошие отзывы получили, как бы обкатали, и вот теперь уже, значит... Э, Играем уже вот на сцене мюзик холла. Вот ближайший спектакль будет 16 ноября. Ну и потом там ноябрьский последний uh -huh. вот до Нового года у нас там 30 декабря спектакль. Вот. Uh, в у прав... нас очень демократичные цены, кстати говоря, потому что мы, так сказать, у нас нет цели там на этом заработать какую-то невероятную сверхприбыль, нам бы только вот, ну грубо говоря, отбиться. Поэтому там, в общем, практически любой человек может себе позволить купить билеты. А вы mm. как продюсер, это ваша первая работа? Да, да, это моя первая работа. И как бы, ну вот посмотрим. Как продюсер первая. Я еще, знаете, про что хотела с вами поговорить? Ну, может быть, не так много времени уделить, как кинотеатру. Ваш голос. Да. Вас, наверное, узнают еще и по голосу. Узнают, всем. да, по голосу. Даже узнают. если еще не увидели физически, да, 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 то да, уже да. услышали. И спросили да. аудиокниги, да, 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 всевозможные. Да, да. Вы читаете стихи, вы читаете прозу. Это что? Это вид заработка или это тоже потребность какая-то? Это и то и то. То есть я и во-первых занимаюсь озвучанием, работаю как актер озвучания на разных телекомпаниях. Там я за кадром озвучиваю разные там передачи. Mm -hmm. На канале ТВЦ очень много моего голоса. Там вот есть такая передача без обмана, но она такая там необычная немножко подача, такая чуть агрессивная. Вот. Но, но там она правда оправдана по, по, по смыслу дела. Вот. Поэтому по-разному. Потом, вот я. Ну, я работаю на Радиозвезда, и причем на Радиозвезда мне я вообще очень люблю это радио, оно очень интеллигентное, там mm -hmm. очень много литературы, это очень много книг, истории, очень много культуры. Вот, то есть такая культурная звезда. Вот, и даже золотые микрофоны мы получали именно за литературное вещание. Ну, там много было золотых микрофонов, но в том числе за литературное вещание. И мне довелось там... Я же там как голос радио, а там очень много записывают литературы. Я говорю, так а ж то а что же вы мне-то не даете ничего прочитать-то в эфире? Они говорят, да мы не можем, потому что ты же голос радио. То есть я объявляю, а получается ты будешь объявлять сам себя. То есть ты как бы там, вы слушаете, радио звезда. Сейчас там вы прослушаете, и дальше ты же начинаешь читать. Ага. Ну как бы это же ну, не может так быть. Поэтому вроде как мы приглашаем других исполнителей. Но два раза мне все-таки дали прочитать. Мы читали, значит, был юбилей битвы при Бородино, угу. и я читал Бородино Лермонтова, значит, и делал это прекрасный наш режиссер, ну, Радийный, главный режиссер радио, Тимур Милоянин, он, значит, со мной это записывал. Это было вообще очень смешно. Потому что смешно, это тема серьезная. Да, это была очень серьезная тема, но Бородино, ведь не, оно это потрясающее стихотворение. Оно же очень насыщенное драматизмом, да. И мы, когда его разбирали, вот я сидел в студии, за стеклом, значит, Тимур Милоянин, режиссер, тут же, значит, Михаил Марк Чейдельман, продюсер наш, ходил по коридору, а мы разбирали, значит, э, про то, как вот этот полковник, э, когда он им говорит, что умремте ж под Москвой, как наши братья умирали, да. И, значит, и я начинал читать там с пафосом, и потом, нет, не годится, ну, неправда, еще как-то, еще как-то, и потом мы начинаем обсуждать, что это третий день боя, он же сколько уже поднял в атаку, у него уже голоса нет, он уже хрипит, там, вот мы вот это все выясняем, как он их в атаку поднимает, да, что вот умремте ж под Москвой, что, что у него там происходит». Но мат-перемат такой стоял в студии, когда мы про этого полковника значит, выясняли. Вот. Но это была честная очень работа, то есть мы действительно записали. И потом мы записали там отдельные фрагменты из Василия Теркина. Вот у кого есть ВКонтакте, значит, ну, кто пользуется ВКонтакте, могут зайти ко мне на страничку, посмотреть, там я выложил эти фрагменты. Это удача, я очень горжусь этой работой, потому что это те фрагменты, из... я, к сожалению, их не помню на память, но а, они, вы, они большие, но они большие и сложные, я их так не, не прочитал бы, но... Они редкие, их редко читают. Они очень такие насыщенные тоже драматизмом и, ну, замечательные там поэзия потрясающая. Mm -hmm. Я очень рекомендую вот зайти на страничку вконтакте yeah. или yeah. на yeah. сайте Радиозвезда Звезда посмотреть. Звон... У ну, нас звонок да 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 Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. 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 Меня зовут а, Татьяна. Я хотела бы задать вопрос Максиму. Вы много сегодня говорили о профессионализме на сцене и в кино. А как вы относитесь к самодеятельности, к самодеятельным артистам? Ну, что здесь, как я отношусь? Ну, я прекрасно отношусь. Я же сам до того, как поступил в институт театральный, я же очень много сам занимался самодеятельностью. У меня был театр в школе. Первый театр, который я организовал, это был школьный театр, и он, конечно же, был самодеятельный. Потом, значит, я занимался самодеятельностью, когда учился в первом институте на физтехе, значит, я занимался самодеятельностью там. Это был студенческий театр эстрады миниатюр, STEM, да, вот этот. И он был самодеятельный. Потом у меня была самодеятельность в армии. Потом там еще где-то. То есть, ну как я могу к этому относиться? Прекрасно я к этому отношусь, очень хорошо. Замечательно. Максим, мне показалось, что у нас осталось совсем немного времени, да. всего три минутки быть в эфире. Я все равно не могу, чтобы не попросить вас, не прочитать маленький, ну хотя да. бы 30-секундный какой-нибудь... Давайте, 30-секундный есть. <связывается> да. да, это я, правда, несколько раз уже там в разных эфирах читал, но я думаю, что, во-первых, стихотворение очень хорошее. Специально и, для видного. И его, да, 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 ну тут специально для видного, да, 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 вот. Это стихотворение Давида Самойлова, называется оно, по-моему, «Отелло». То есть это от лица актера, который исполняет роль Отелло в театре. Да? Все вы помните эту историю драматическую про то, как Отелло в конце должен задушить Дездемону. Вот это вот стихотворение от лица Отелло. Любить, терзать, впадать в отчаяние, страдать от признака бесчестия и принимать за окончание начало тайное предвестие, утратить волю, падать, каяться, решаться на самоубийство, играть в банк как полагается при артиста, но перекраивая наново все театральные каноны. Вдруг дать перед финалом занавес и пасть в объятия Дездемоны. Совсем <laughs>, другое слушай, Я думаю, там тоже зрители аплодируют, потому что это было спасибо, здорово. Спасибо. У нас есть традиции в программе. Давайте. И знаете, какая? Вы обратили внимание, я в такой домашней обстановке, в теплых носочках. Вы мне подарите носки сейчас? Да! Давайте! <laughs> а у вас есть дача? <laughs> да, конечно. Но ну, не у меня, у тещи, но. Да. Но тем не менее, да. всегда приезжай туда или просто сидят дома. Вы будете доставать эти теплые Давайте. носочки и вспоминать нашу программу. Ой, спасибо и наш вам. Вечер у Ой, камина. какие носки! Спасибо. И вам спасибо, спасибо большое за спасибо. то, что вы сегодня были с нами, что погрелись у нашего камина, что пригласили нас посетить ваш замечательный спектакль. Ну и спасибо. пришло время попрощаться с нашими телезрителями. Наверное, первый начните вы. Да, дорогие друзья, спасибо вам большое за внимание. Я очень благодарен за то, что вы смотрите. Мне очень нужна эта поддержка, правда, и как актеру, и как продюсеру, и моим коллегам. Поэтому смотрите «Видное ТВ» и приходите на спектакль «Ангел из Баварии». Спасибо. Ну, а мне осталось только добавить. Мы увидимся вновь у эфира, у нашего камина, в нашем эфире на телеканале «Видное ТВ». С вами была Арина Тихановская.